Всем привет, братишки и сестренки, с вами снова Ник Фрост, добро пожаловать в Brothers A Tale of Two Sons. Мы продолжаем. И там четко написано нажмите старт, и никакая другая клавиша не действует, как обычно делают. Так, играть, я надеюсь оно... Ага, продолжить. Тут еще даже главу можно выбирать. Ого, я уже во второй главе, ничего себе. Ничего себе. Ну мы нажимаем продолжить и погнали. Будем спасать кого там, батьку. Батьку спасаем. Блин, да они издеваются. Ты, ну разве здесь должен быть у нормальных людей автосейв? Да хоть ори, хоть не ори, блин. Тупость какая-то, блин. То есть убиваю я его уже какой? Третий раз, да? Да, я разочарован. Что автосейв в таком дурацком месте? Ну, что поделать. Мы всякое в этой жизни видели. Да, братюнец, реакция у тебя прям капец. Все серьезно. Красава прям. Давай мы что ли заранее нажмем? Сейчас, сейчас, погоди. Главное в эту яму не свалиться. Странно, то есть он обязательно так их должен брать? Так, пропустить ролик можно? Справка, продолжить игру, достижения. Нельзя. Ладно. Ладно, идем на выход, да-да-да. Вот же ж отстой, почему автосохранение так по-дурацки устроено? Надо ее пройти и все. Вот сейчас сесть и все, осилить. И, ну, я надеюсь, что она не очень длинная. Все, они сказали пока-пока, все. Да, можно вам руки пожать как бы. А, понятно. Да-да, пока-пока. Так, ну погнали. Так, тут возникают, блин, некоторые сложности в управлении двумя героями. Но так оно и задумано. Ага, вот здесь должна была быть эта загрузка, понятно. Не добежал Кропаль в прошлом ролике. Сдается ли мне, что что-то не загрузились текстурки? Ух ты, блин. Или тень там не загрузилась? Вот что это за квадрат такой? А, это типа ковер должен быть. Что за фигня? Алло, Unreal Engine. В чем проблема? Батюня, жди. Хотя что-то мне кажется, что Батюня не дождется их. Так, такое у меня чувство есть. Помрет и останутся братюньки сами жить. Ну, либо другие варианты. Сколько батя может протянуть, пока они ищут это лекарство? Цветок, я так понял. Растение какое-то. Ух ты, Вовчик, братик на нас смотрит. Такой красивый. Два Вовчика. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как минимум. Еще будем их это... Братюня, просыпайся! Среди ночи будем ходить. Давай их мудохать, давай. Волки, да, держи меня за руку. За руку, блин. Ух, ты совсем конченый. Махать. Сожрите брата, блин. Блин, а ты можешь его за руку как бы взять и типа... Типа, чтобы вы всегда были вместе. А что такое, сука?
Чё, блядь? Похлебало хочешь? Давай-ка, братюнька, посмотрим, что у нас тут. Нахер пошел, пидор? И ты, сука, тоже нахер отсюда пошел. Блять, брат застрял. Так, пошли. Ты, блин, не отставай, тут стрёмное, сука, место. Ё-моё, стрёмно-то как. А у меня еще и стемнело, ну погодите секундочку. Да блин, вернуться. Давай ты, братюня, всегда будь рядом-рядом. Мало ли сзади нападут еще. Рядом-рядом-рядом, ух ты. Ёшкин кот, схера ли они тут все повисли? Ну, блядь, жопу пошел. Что, не боишься, сука? Нахер пошел. Ты чё, блядь, страх потерял? Аля, пидор, а? Блин, на мелкий может какую-нибудь каменюку у него кинуть? Ах ты ж, сука, блядь. Иди сюда, блин. Серый волк. Блин, прикольно. То есть три чувака повешенных. Нет, ты глянь. Шел нахер, блин. Ты глянь, вообще страх потерял. Так, а ты, блин, будь в поле, блин, зрения, мелкий. Так, а ну камеру тут можно как-то крутнуть? Будем останавливаться, крутить камерой. Ты глянь, блин, а мелкий, блин. Зубастики. Все, типа не страшно, можно посидеть, да, на кладбище посмотреть. Ну давай. Ох, офигительный видок все-таки открывается у нас тут. Да. Чувиха. И? А мелкий ничего тут не может сделать? Ты к ней, да, средний палец. Так, ну волки, конечно, были стрёмные парни. Так, не отставай, мало ли чё. Чё, блин, решили когда погулять? Среди ночи. Спали б себе у костра. Хотя тоже беспечные ребята. Вот давай пару трупаченских вызовем. Дзинь-дзилень. Эй, йоу, монахи, есть у вас лекарства? Я тебе сейчас опять подзвоню среди ночи, подлюка такая. Блин, я потерялся. Алло, такую хрень видел? Дома Ари готов. А ты ему пойди подсрачник выпиши. Не, поковылял. Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь. Блин, а куда ты идешь? А ты нам откроешь? Ну давай. Спасибо. Блин, а не стрёмно на кладбище жить, мужик? Да, то блядь. Пытаемся, тут так сложно выйти. Так, камера, блин, сделай так, чтобы я видел, куда иду. Больше всего не догоняю вот таких приколов. Опа, опа. Держись за брата, блин. Все у нас будет пучком. Нормально выжили. Но волки, конечно, ходят по кладбищам прям.
Прям как так и надо. Пошли, бро, посидим, посмотрим. Блин, что за звук? Погодите, я не понял, только звук как будто вол где-то. Не будет достижения посидеть на всех лавках. Че, я зря это делаю? Так, правый сюда, левый сюда. Так, идем. Плохо не видно, куда идем, но ничего. Подозрительно хрустит эта хрень. Да блин, я ж держался. Даже кнопочку нажал. Блин, ну что за фигня? Чё за фигня? Малой и так воды боится, еще такие у нее приключения. Вау, мне кажется, или это какой-то... Какой-то, блядь, пиздец. Да цепляйся ты. Да ну нахер. Тяните ко мне свои клешни, мудилы. Не дамся, блин. Вот гандун, а. Давай, блин. Газуй за ним. Вечно с этим малым какие-то проблемы. Все, живы. Капец, а? Остров приключения. Вау, вот это вот туманчик стрёмный. Кто-нибудь возьмите эту штуку и с собой пойдите, а?
Блин, камера, пожалуйста, поворачивайся сама. Я надеюсь, разработчики выбрали лучший вариант. Что это такое? Ну, типа, пошли. Текстурки руки совсем, конечно, вялые. Это кто, типа, их мама? Бартюня, это зомбяр. Держи его, а то еще свалится отсюда. Вон там батька. Глаз и дать, блин. Это прикол. За кого я играю? Что нажимать? Это просто сцена или надо как-то... Типа еще скажите, что я проиграл, а что надо было стиком активнее вращать. Капец. Не поймешь, когда сцена, когда quick time event. Ну все, у него был галюн. Все нормально. Возможно, этих деревьев дурацких не было. Никуда, по сути, нельзя. Ладненько. Так, налево или направо? То есть у нас есть вариант помочь чуваку повеситься или спасти чувака. Достижение дать повеситься. Что у вас тут за депресняк такой? А, то есть его... Это батя, а его... А его дети, ребенок и мать, ну жена в смысле, покончили жизнь. А, то есть можно туда пойти, можно туда не идти. Ладно. Не знаю зачем, но мы пока туда не пойдем. А, они сгорели, их дом сгорел, понял, они погибли. А этому типа не зачем жить, решил покончить жизнь самоубийством. Офигенно. Ну ты пойми, где тут по сюжету, куда тут идти? Он, блин, назад вернулся. Не, пошли там внизу полазим. Посмотреть же надо, что там, куда там дорога вела. Блин, нифига себе, игра мрачняковая стала. Чё-то нихрена, это уже не сказка. Так.
Так, что-то я потерялся, а как к тому чуваку попасть? Да еще эта камера конченая. А зачем мы будем сюда идти? Тоже вопрос непонятный. Зачем сюда идти? Зачем это делать? А, ради той коробочки. Возможно, там его фотография или еще что-нибудь. Да ты за... Блять, нахуй ему туда с тобой идти, чтобы вдвоем, блин, в пропасть сигануть? Орешь, блин, сам бери коробку и выходи. Тут сейчас все к чертовой матери завалится. Ух ты, блин, ее еще таскать надо. То есть, а так, что ли, туда нельзя было попасть? Не понял, зачем мы это все делали? Так, давай, ты крутишь, я это...